Добрый день, здравствуйте. Сегодня с вами приготовим клубничный тортик. Очень простой приготовление, но вкус изумительный. Для этого возьмем муку, добавляем соль, разрыхлитель. Я отобрала половину муки, а половина у меня еще стоит, видите, на столе. Натираю сюда масло прямо с морозильника. Он должно быть очень-очень холодным. Натираем и дальше насыпаем сверху остальную муку и какао. Ингредиенты будут описаны под видео, так что смотрите в инфобоксе, все написано. Просеиваем муку с какао вместе прямо на масло. Не забудьте поделиться моими видео. Если нравится канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и видео вас найдут. Теперь сюда добавим 2 столовые ложки сахара, сахарного песка. И растираем в ладошках до тех пор, пока получится однородная крошка. Некоторые могут возразить и сказать, зачем мучиться, можно купить печенье. Но извините меня, вкус печенья и того, чего вы готовите, небо и земля. Вот таким образом мы растерли наше тесто. Это наше темное тесто. А теперь приготовим светлое тесто. У меня форма, видите, это 22 диаметра. Я высыпаю сюда часть, 2/3 даже, скажем, вот так, нашей крошки. Но бортики не делаю. Если хотите, вы можете сделать бортики. Я бортики делать не буду. А теперь, смотрите, делаем второе тесто. Это у нас творог, сахарный песок, яйцо, сметана. Точно так же мы делали с вами один торт, там, где было киви, там, где было, были другие фрукты. Теперь берем миксер и взбиваем все это. Но в том тортике у нас не было такого теста, там было просто типа начинки. Теперь хорошенечко все собьем и добавим сюда 2 столовые ложки крахмала. Крахмал можно заменить манной крупой, но тогда тесто должно стоять где-то 30 минут, а потом только отправляться выпекать, отправим выпекать. А здесь мы можем сразу использовать его, или же добавляете рисовую муку. Выбирайте сами, что вам больше нравится, но быстрее всего все-таки это крахмал. Крахмал можно использовать любой, кукурузный, картофельный или пшеничный. Теперь хорошенечко прямо на него выкладываем клубнику. Естественно, обрезаем листочки и не обсыпаем клубнику ничем, так как у нас в этом тесте есть крахмал. Он не даст возможности клубнике выпустить свой сок до такой степени, чтобы тесто было мягкое, мокрое. Теперь сверху обсыпаем, опять же, остальной крошкой. Если не хотим, чтобы было видно белое тесто, берем ложку и по краю проходимся, вот так как бы загибаем его туда. Все, духовка 180 градусов, выпекаем 35 минут. Заранее духовку разогревать не надо. Вот таким образом у нас получается очень вкусный, красивый торт. Я желаю вам удачи, вы тоже готовьте и наслаждайтесь этим летним или весенним, ну уже лето настало, летним тортиком. Очень вкусный, я советую. Желаю всем удачи, счастья, благополучия, любви и здоровья. А пока, пока-пока, надеюсь увидеться с вами в следующих видео. До свидания.